Находясь в декретном отпуске, у меня была задача найти и получить новую профессию для того, чтобы избежать командировок по северам, потому что на предыдущей работе, из которой я уходила в декрет, у меня было до 9 командировочных городов, и по факту я только на выходные прилетала домой. А после рождения ребенка, первого и потом второго, такая работа уже неприемлема, и поэтому за время декрета я поставила себе цель найти новую профессию, освоить ее и выйти на достойный заработок. Как я нашла Excel? Чисто случайно наткнулась на рекламу в Instagram, посмотрела вебинар. У меня просто был взрыв мозга от предоставленных возможностей, расширение моего мировоззрения, что такое вообще в принципе существует и можно создать самой. Тем более у меня есть учитель мой, преподаватель, которого я в итоге взяла как эксперта. Идея уже была, и дальше оставалось только все это реализовать, составить, изучить вначале, да. И поэтому моя задача была найти деньги на обучение в Excel. Первый раз я увидела вебинар в конце января, продающий у Excel, да, а фактически смогла приступить. Первые клиенты у нас были по теплой аудитории, то есть это те, кто подписаны на эксперта. И по факту мы первый запуск делали во время игры, которую организует Excel, и за 2 недели мы сделали старт. И уже через 2 недели мы получили около 200 тысяч. Это наш первый пробный вебинар был, первый запуск. Делала я все сама. Частично мне помогала команда, которая в игре участвовала. Но, тем не менее, куратором всех действий была я. И, конечно, от потока информации было немножко тяжело, потому что узнаешь информацию, но пока ты ее на практике не проверишь, она у тебя не осядет в голове, и только после практики можно сделать выводы и подобрать инструменты, подходящие именно для твоей ниши, так сказать. Вот. Ниша у нас психология отношений. Вот. Свою презентацию я назвала «Как за 2 месяца заработать 1 228 340 рублей маме с грудным ребенком». Потому что я из одного декрета перешла во второй, находясь на обучении в Excel. И по факту у меня сейчас старшему ребенку 3 года, младшему 5 месяцев. И обучение у меня, оно немного растянулось, но тем не менее за эти 1,5 года нам удалось сделать несколько запусков, набить шишек, и вот мы только этой осенью начали получать приличные деньги, поэтому вот за 2 месяца мы сумели создать воронку, которая нам принесла больше 1 000 000. Сейчас я вам расскажу, как мы это сделали, добив кучу шишек и потеряв очень много денег. Но, тем не менее, мы не сдались и идем вперед. Так, дальше. Вот. Школу мы свою назвали «Элит-школа бриллианта» Эмилии Гончаровой по названию эксперта. Эксперт по факту работает с VIP-персонами, она личный консультант уже более 25 лет в верхних слоях населения у депутатов, жен членов правительства. То есть у нее огромнейший опыт, и в этом высоком социальном слое неприемлемы какие-то непонятные рекомендации, там люди с деньгами, и они нацелены на результат, потому что ошибка им стоит очень огромных денег. И Эмилия Васильевна, накопив, то есть прорабатывав, постоянно обучаясь на разных курсах, постоянно они добивались с клиентами своими результатов в своей жизни. Поэтому мы собрали выжимку ее опыта и сделали курс в онлайн-школе «Бриллианты». И наш базовый курс для женщин — это «Дерзкие и счастливые». Значит, здесь у нас собраны разные методики из нейропсихологии, социологии, поведенческой психологии. То есть
навыки, те, которые направлены непосредственно на получение результата. И в результате, пройдя этот базовый курс, женщина становится магнитом для теплых доверительных отношений. Значит, дальше. Отличительная особенность нашей школы. Основные уроки у нас записаны в аудиоформате, потому что у нас очень большой ритм быстрой жизни, да, все куда-то бежим, очень много информации, всего-всего, и специально выделить время на просмотр уроков, не у всех есть такая возможность. Наши уроки можно прослушивать в аудиоформате в дороге, на пробежке, выполняя домашние дела. Я, допустим, пока еду в садик, включаю, слушаю. Очень удобно. Значит, дальше. Дополнительные уроки. Они уже в текстовом формате идут и сделаны видеонарезки из фильмов, из телепередач. То есть конкретный навык показан на примере, а не так, что мышки, станьте ежиками. А как? А как? Вот мы сделали видеопример. То есть женщина слушает аудио, там очень подробно сначала расписывается, зачем этот навык, для чего, какие результаты, и конкретные примеры приводятся. Но так как каждый человек по-разному воспринимает информацию, да, кто-то аудиал, кто-то визуал, кто-то кинестетик, и мы попытались здесь объединить, и это нам удалось, три канала восприятия информации. То есть текстовые уроки, они дают пояснение к аудио, ну, более широкое, более подробное, либо в каких-то уроках это более научное, чтобы было понятно, откуда, как работает наш мозг, грубо говоря, да, вот так, если глобально сказать, чтобы понимать, и как на это влиять, как мы можем на это влиять, менять свое поведение. Вот. Дальше, следующая отличительная особенность нашей школы, то, что это авторская методика, и вот 13 навыков, которые мы заложили в базовый курс «Дерзкие и счастливые», они разложены на молекулы буквально. Срок обучения 6 месяцев, это сделано для того, чтобы вот каждый навык прорабатывали по 2 недели как минимум. У нас нет отвлекающих чатов и кураторов, это тоже особенность нашего курса. С чем это связано? Да потому что экспертность только у Эмилии Васильевны есть. Если брать какого-то дополнительного психолога в качестве куратора, у нее другая база знаний, другой опыт, и она не сможет дать квалифицированную помощь на вопрос. Мы в первом потоке делали там чуть ли не каждый месяц сессию вопросы и ответы, и там ну, максимум 2-3 вопроса от потока приходят. Девочки находят в материале все ответы. Но, тем не менее, мы оставили вот за 6 месяцев, у нас все равно есть 3 таких сессии с Эмилией Васильевной, когда девочки задают свои вопросы и получают развернутые ответы конкретно в своей ситуации. Давайте я вам покажу последнюю нашу воронку, которая наконец-то у нас успешная, и мы заработали 1 228 340 000 мы благодаря этой воронке буквально вот за последнюю осень заработали. А до этого мы набивали очень много шишек и потеряли очень много денег. Мы, значит, создали вот такой вот лид-магнит. Так, сейчас я открою его. Вот. Важнейший не в отношениях, что никогда нельзя делать с мужчинами. Здесь значит, мы его разместили во всех соцсетях, как у эксперта, так и у меня, у продюсера. Своими силами сделали, настроили таргетированную рекламу в Инстаграм именно по подписчикам, то есть не на холодную аудиторию, по своим подписчикам. И затем оставляют свои данные, то попадают на одноразовое предложение, на ОТО, да, на странице «Спасибо, мы это сделали». Мы там предлагаем ознакомительное обучение, это один навык из 13, если вот так вот говорить, да, там где-то около 18 уроков за 1390 рублей, а так обычная стоимость 6900 рублей, то есть с 80% скидкой. На этом этапе у нас купило 7 человек. Дальше, они на почту получают, давайте эту сторону разберем,
после того, как они прошли ознакомительное обучение, да, через неделю приходит им письмо на почту с предложением купить полный курс «Дерзкий и счастливый» по спеццене. Обычная цена у нас 65-560 рублей, а здесь 58, то есть ну, ощутимая разница, да. Купили 5 человек. Дальше. Помимо этого, получив чек-лист на свою почту, в конце чек-листа есть Tripwire, вот сам чек-лист. Вот так вот выглядит. Здесь мы рассказали, кто такой эксперт, навыки здесь вот перечислили, ну, то есть сам чек-лист. И в конце мы даем предложение, что если вы хотите большего, то, пожалуйста, вот вам вебинар «Суперклей для отношений» со скидкой тоже 80%, вы можете сэкономить 760 рублей. То есть вот эти вот цифры, они наглядно стимулируют принять действие. И вот это активная кнопка, то есть когда ее нажимают, сразу выходит форма заказа, то есть там, где вводятся банковские реквизиты, и можно уже сразу оплачивать, то есть за 190 рублей. Дальше. Этот Tripwire за 190 рублей у нас купило 40 человек. Через день, то есть на следующий день после того, как они купили, мы им присылаем письмо с предложением пройти ознакомительное обучение. Но, внимание, здесь мы уже сделали стоимость 1990, где было на странице «Спасибо» одноразовое предложение, там за 1390, а здесь уже 1990. И тут уже после того, как посмотрели вебинар «Суперклей», уже 19 человек приобретают ознакомительное обучение в школе. Затем через неделю также им приходит следующее письмо, предлагается полный курс. И здесь уже купила 15 человек. Потому что вот мы так сделали именно на 2 недели, чтобы девушки погрузились в навык, прочувствовали. Не так, что какую-то маленькую пользу дали, а вот именно как уже заложена вся система. Тут, получается, они сразу понимают, как работает эксперт, какие он дает рекомендации, да, как это воспринимается у них, подача материала, харизма эксперта. То есть здесь уже несколько оценочных этапов, да, за 2 недели происходит, и просто происходит привыкание к получению новой информации, потому что она реально меняет мозг, восприятие. И поэтому после ознакомительного лучше покупают полный курс. Полный курс мы не продаем на холодную аудиторию, хоть у нас в Инстаграм, вот наш Инстаграм, да, ну вот пройдя по этой ссылке, есть как бесплатные чек-листы, которые формируют нашу базу, да, базу подписчиков, так и есть дешевые продукты, например, прививка от измены, и дана даже ссылка на полный курс, да, вот полный курс, «Дерзкие и счастливые». И если мы посмотрим пакеты, варианты участия, сейчас я вам покажу, тут мы программу подробно расписали, какие результаты, то здесь уже без скидок, здесь цена уже без скидки. Скидки мы вообще очень редко даем, только на вебинарах, на Черную пятницу и на Новый год. Все. Это вот 3 варианта, когда мы даем скидки. И наша теплая аудитория, она ждет этих скидок. И когда мы объявляем скидку, у нас происходит вау, скачок по продажам. Это тоже вот лайфхак. Дальше. Давайте вернемся. Ага. А, вот я вам еще хотела показать. Вот они оставляют свои данные, да, и у них открывается страница «Спасибо». На странице регистрации не спешите закрывать страницу, для вас специальное предложение. И вот здесь мы тоже видим описание, что получат, пройдя это ознакомительное обучение, да, и оно со скидкой 80%. То есть, нажимая кнопку, сразу можно ввести банковский реквизит, ну,
данные карточки и получить сразу доступ после оплаты. То есть мы это все технически настроили. Здесь мы тоже написали, что получат, пройдя только ознакомительное обучение, изучив один из 13 навыков. Вот тут уже основа основ. Вот написали, расписали, что будет внутри. И вот 15 человек после того, как они сначала купили суперклей, затем ознакомительное, вот 15 человек купили полный курс. И если сложить все вот эти вот суммы при продаже одноразового предложения, при продаже Tripwire, ознакомительного обучения и курса, вот оно и получается 1 228 340 000 рублей. Это вот мы буквально вот за последние 2 месяца заработали благодаря вот этой воронке. Но до этого, конечно, мы очень много набили шишек и вообще были в минусах. Тем более с учетом того, что я была то беременная, то родила, после родов были, восстановление сложное, с перерывами я работала в своем проекте, и по факту, если бы не вот эти вот пропуски, то результаты были бы гораздо быстрее и больше, потому что мы бы эти ошибки совершили быстрее, а у нас это все растянулось на 1,5 года, но тем не менее, я довольна результатом. Давайте я вам покажу еще выводы, которые помогают мне, нашему проекту, достигать успехов. И у меня всегда есть план А, Б, С. То есть не так, что вот у нас ошибка произошла, все, бросаю, закрываю проект, ухожу, не работаю. Нет. Делаю выводы и ищем вариант Б, А, Б, С. То есть если это не сработало, значит, идем другим путем. Если это не сработало, идем другим путем. То есть всегда есть план А, Б, С. И еще вот, кстати, хотела вам рассказать по поводу упражнения «Ошибочка». Это мой преподаватель тоже, Николай Иванович Козлов, в университете практической психологии, когда я обучалась, мы проходили разные упражнения, и вот одно из них — ошибочка. Когда происходит какая-то ошибка, да, как принято реагировать? О, ужас, ужас! То есть из мухи делают слона, раздувают. А здесь, наоборот, в этом упражнении идет обесценивание ошибки. То есть когда произошла ошибка, в чем-то вы ошиблись, ну, не выбрали неправильно таргетолога. Я вот первый раз при первом запуске 30 тысяч таргетологу слила просто так, в канализацию, да. Упражнение. Ошибочка. Я хорошая. Работать. То есть здесь мозгу даются другие установки. Не то, что «а, ужас, ужас», а наоборот, шуточная, обесценивая. Ошибочка. То есть как дети делают? Ошибочка, да? И не зацикливаются на этом. А себя поблагодарили, молодец, я хорошая, работать. Ищем дальше рабочий инструмент, дальше работаем. Информационная диета лично мне очень помогает, потому что и так я ограничена во времени, и поэтому я читаю, смотрю видео под конкретную задачу. Если у меня сейчас есть задача увеличить узнаваемость нашего бренда, повысить, да, в интернете, я как раз смотрю тот материал тех экспертов, которые мне дают информацию для увеличения узнаваемости, для влюбления нашего бренда в клиентов, да. Так, дальше. И хочу добавить, что не все эксперты, заявленные по работе с брендом, сами понимают, что такое бренд. Не все. Они в основном работают на то, как увеличить чек. Ну, то есть все то же самое, что дает Excel, но самую главную суть, бренд, как влюбить в себя, они не раскрывают. Просто мы потеряли тоже 170 тысяч с популярными продвигателями бренда. Даже не хочу о них говорить, но тем не менее. Работаем дальше. Убирать номинализацию с подрядчиками, партнерами и коллегами. Что это значит? То есть раскрывать непонятные формулировки. Таргетолог говорит там на своем техническом языке. Мы такие: о, как красиво сказал! Наверное, да. Будет классный поток клиентов от этого таргетолога. Нет. Разбираем каждую фразу. Разбираемся, что значит это, что значит это. И
также и с коллегами, с партнерами, чтобы не было понимания, сказали одно, вот представьте яблоко, один представил зеленое, другой представил красного, чтобы этого не было, нужно разбирать все понятия. Дальше, что мне еще помогло в декрете? Конечно, это помощь с ребенком. Без мамы я бы не справилась. Мама мне помогает с грудничком, старшего, слава богу, уже в садик. И у меня есть несколько часов в день, когда я могу посвятить себя полностью проекту и своему развитию. Дальше, мне еще помогает работа с принтами. То есть 2-3 дня я по максимуму работаю, по минимуму сплю. И затем один день даю себе на отдых. То есть я стараюсь и днем с ребенком ложиться, потому что ночью у нас пока бессонные идут. То есть давать своему организму время восстановиться. И я взяла себе личную помощницу, делегировала ей ведение Инстаграм, создание рассылок, лендингов. И за этот год, вот она с нами уже год работает, у нас кардинально поменялась визуальная часть Инстаграма, да, потому что мы дополнительно, я ей оплачивала курсы повышения квалификации как дизайнера, как копирайтера. У нее какая-то база, да, была, но этого не совсем хватало под наши задачи. И сейчас, ну, просто сказка. Я очень довольна и благодарна своей помощнице Ане за то, что она с нами и тоже повышает свою квалификацию. Дальше, не бросать при провалах, при обмане подрядчиками, коучами. Ну, каждый человек ошибается. Со всеми бывает. Не надо воспринимать очень близко это все. Ну, там, день порастраивались, да какой день даже, там, пару часов, все. Забыли, просто мысли переключайте на что-то другое, что вас заряжает или успокаивает. Сначала восстановите эмоциональный фон, и только затем уже ищите варианты дальнейшего развития, дальнейших действий. То есть главное не бросать. И в нашем случае большую конверсию дает пробная неделя, чем одно пробное занятие. Вот я вам уже говорила, да, что вот почему мы сделали акцент на ознакомительном обучении, которое длится 2 недели. Да потому что они погружаются и как огурец в рассоле просоливаются этими знаниями, этим экспертом заряжаются, и они хотят дальше и больше. Так, продавать на теплую аудиторию. На холодную мы слили очень много денег. И все вот эти продажи, которые я вам сейчас в воронке рассказала, это сделано на теплую аудиторию. По факту это вот 47 человек, и они сделали несколько действий для оплаты. То есть там, кто-то за 190, кто-то за 1390, и полный курс за 58 там, тысяч, да, получается, на теплую аудиторию у нас работала воронка. Холодные, кстати, вот клиент еще хочу сказать, которых мы вели на вебинар, они созревают только через 4 месяца, не раньше. То есть пока они подписываются на вебинаре, если это холодная аудитория, на вебинаре не покупают. И через 4 месяца, когда вот они уже постоянно в аккаунте, либо на YouTube смотрят ролики, да, либо в каких-то бесплатных мероприятиях участвуют наших, они уже понимают ценность и качество, и поэтому мы продаем только на теплую аудиторию, потому что на холодную — это потеря денег и времени. И вот то, что я вам говорила, да, в нашем случае работают скидки ограниченные по времени, то есть только на вебинарах, только в черную пятницу. Например, в эту черную пятницу мы сделали скидку 50% на основной курс и 70% на ознакомительный. И в итоге у нас на основной курс 20 человек купило в черную пятницу, потому что они ждали, постоянно мне писали, а когда у вас будет следующий вебинар, а когда будут скидки. И вот говорю, девочки, вот максимальные скидки в году, черная пятница, успевайте. На Новый год мы будем делать меньше скидку. И это тоже своего рода была стимуляция для принятия решения к покупке полного курса. И еще у нас был затык. Мы с экспертом на разных языках, можно сказать, общались. И какой я вывод для себя сделала? По поводу маркетинга, да, по поводу продвижения, потому что у каждого свое видение было. И нужно эксперту объяснять, особенно вот в мягких нишах, что мы продаем не инструмент,
которым владеет эксперт, а мы продаем тему, которую купит клиент, то есть боль, так сказать, да. У нас до этого были ошибки, что мы давали очень много пользы, очень много инструментов на вебинарах, на первых, и это тоже слив продаж, тоже опыт. Теперь вот мы пришли к общему пониманию, и это основа основ, что в мягких нишах продается тема. И задача эксперта давать инструменты, уметь эту тему раскрывать без инструментов в бесплатных мероприятиях, а в курсе давать конкретные инструменты. А задача моя, как продюсера, создать такое описание, которое бьет точно в цель, точно в проблему, в боль, в задачу, да, и дать дорожку, тропинку к результатам, которые они получат по прохождению курса. И самый такой большой вывод я еще для себя сделала, что вот благодаря Excel, благодаря вашей поддержке, тому, что вы даете возможность, учитываете мою особенность с декретами, с родами и так далее, даете возможность перейти на другой поток, продлить обучение, я сейчас могу докрутить свои вебинары, свои мероприятия и сделать уже полноценный запуск на гораздо большей суммы. Берите эксперта за руку, и вы гораздо быстрее придете к своему результату в гораздо короткие сроки. И в этом вам помощь Excel.